снимаем? Привет, малыш. Я не знаю, девочка ты или мальчик, но, в общем, смотри и слушай. Это видеообращение из прошлого к тебе в будущее. Меня зовут Дима, я веду свадьбу твоих родителей. Каждый столик сейчас прям за 2-3 минутки придумывает какой-то креативный воздушный поцелуй, в котором участвуют абсолютно все люди за столиком, и презентует его наша молодым. Если есть вина, у тебя есть и шампанское, и колбаса. И еще вечернее платье на кучности. А если у тебя есть вечернее платье, то у тебя и появится также и пита, и колбаса, шампанское. А вот если у тебя есть колбаса, шампанское из России, ничего у тебя не будет, кроме изжоги. Все нормально. Давайте представим такую маленькую историю. С сегодняшнего дня прошло лет 10. Мы тебя отмажем. Покажи часы. Не настоящее золото, а у тебя? А, дорогой YouTube и продюсерский центр. Мы можем все. Это моя банда. Какие-то тети мешали, там всех мужчин разогнали.